Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатимумия Египетская. Погоди, хочешь сказать, что я бледная? Ну да, я не загораю, но не люблю загорать, ну и что в этом такого, что в этом плохого-то? Сегодня мы находимся там, где самый востребованный товар в магазинах – это туалетная бумага. Сегодня мы находимся там, где каждый житель этого города постоянно у себя вытряхивает песок из трусов. И сегодня мы находимся там, где у каждой лошади в этом городе почему-то по два горба на спине. А я поняла, где мы. Мы в Алупке. Ну точно, эта Алупка помнит, это 2003 год, солнышко, пляжи. Идешь, на тебя ветер подует, и все, потом приходишь домой весь в песке. И это реально не потому, что ты там купаешься на пляже или что-то еще. А про лошадей, ну если вы не поняли, это верблюды. Ну знаете, это местный транспорт в Алупке. Можно за 25 рублей до центра города, например, доехать. Короче, в Алупке классно. Слушай, а вот в этой Алупке, вот Алупке, вот это, а чё туалетная бумага в Алупке? А чё туалетная бумага-то в Алупке? На самом деле это везде востребованный товар. Я вот тоже люблю туалетную бумагу. Я думаю, и ты тоже любишь туалетную бумагу. Да я не скажу то, что у меня есть какая-то страсть к туалетной бумаге. Просто есть она и... То есть и ты и в Алупке ты в 2003 году была, да? И ты даже вот здесь ты была. Да, даже в Алупке я была. И мне вообще нет смысла спрашивать, почему и когда и с кем ты там была, да? Вообще нет смысла. Это ж не так, вот с этой стороны попробуем так вот, оп, и так, и просто ты так, сюда, затем так, оп, оп, ой-ой-ой, вот так, ой, помогите! Пока ты окончательно не кокнулся, то выйди оттуда! Ты что делаешь? Что я делаю, вот что я могу делать в Майнкрафт, но, ну, конечно же, бога Майнкрафта я ищу, ну вот что еще? И как ты хочешь, чтобы он через этот кактус в жопу только что впилился? Как ты хочешь, чтобы бог Майнкрафта тут оказался? Вдруг он почувствует мою боль и спустится наконец-то уже откуда-нибудь! Ну, тоже, кстати, верно, тоже верно, но нет. Не, все, хватит! Кать, успокойся! Нам надо отправляться вот туда, направо. Ты посмотри, что мы там нашли. Как обычно! Я бы, конечно, удивился, если бы мы что-то другое нашли, но мы нашли деревню! И не успели мы зайти в Майнкрафт, как бог Майнкрафта нам сказал, то, что Катя сегодня Екатимумия туалетно-бумажная, или что он там сказал, я уже на самом деле не помню. Самое главное сейчас пойти и найти что-то в этой деревне полезного. О, смотри, ну я же говорила. Вот эта лошадь это алупинская. А? Как тебе? С двумя горбами, что-то у нее на нифига не два горба, у нее один только горб. А, ну это маленькая, наверное, лошадь еще только. Да, кобыленок вот этот маленький. Так, да не вырос еще. Во, еще, иди сюда, еще одна лошадь. Слушай, а у меня такое... А ее можно приручить? Если я на нее сяду, она на меня не хрохнет. Верблюд же вроде вот это плюют тебе в лицо. Подожди. Опа! И... Чё? У тебя седла нет случайно? У меня есть кактус с собой, только и лопата. И кактус и лопата точно не подойдет. Найдешь седло, гони сюда. Я не знаю, где здесь седло-то есть. Надо это... Слезай ты с этой лошади, пойдем уже в деревню обыщем. О, слушай, ну красивая деревня, такая необычная, песчаная, я бы сказала. А, как тебе? Да, я бы тоже сказал то, что... белая лошадь! Смотри, белая лошадь, я хочу ее приручить. Вот эту хочу приручить, белую лошадь. Все, давай мы тогда будем называть все своими именами. Не лошадь, а верблюд, если мы с тобой в Алупинске. Так... В Алупке. В Алупке, какая разница? Так. Ты посмотри. А ну так смотри, что в урне в этой. Здесь у нас, черт бы его... Сырое мясо верблюда, нет! Как они могли? Мясо лошади не трогай, пожалуйста. В этом в Алупинске что-то как-то слишком все странное. Так. Да в Алупке. Хлеб из пшеницы. Ну забирай хлеб. Так, хлеб давай я сам заберу. Хлеб нам 100% пригодится. Какие хозяйственные тут. Золото! О, забирай! Неплохо, 6 кусочков золота нам пригодится. Так, пошли дальше в другую. Я вижу лошадей, как здесь очень много. Так, кузница, давай сразу в кузницу с тобой отправлюсь. Я отправлюсь в кузницу, а ты отправишься вот сюда. Ага. Почему всегда так нечестно, а? Пойдем вместе. Чтобы быстрее. Ты туда, я туда, значит, мы больше домов с тобой обыщем. Так, давай, заходи внутрь. И внутри у меня... Чё-то прям...
Чё ты орёшь-то каждый раз? Чё там? А, блин, иди сюда скорее, там кто-то есть. У меня тоже кто-то есть, да, я угадаю, у него только два глаза торчат, и он в этом, в туалетной бумаге замотан, да? Да, это он, это что вообще такое? Я сейчас так Кого-кого, но их мы точно с тобой бояться не должны. Огромный железный меч? Железный меч. Ну мне огромный. У меня всегда должен быть огромный, ты иди забирай обычный. Кать, я больше одна никуда не пойду, я их боюсь. Иди забирай меч, это мумия, да им уже 1000 лет, даже 2000 лет, это они же не живы там им уже давно. Иди забирай это меч золотой, железный. Забери, пожалуйста, мне сама, вот, пожалуйста, забери и отдай мне так вот это, просто передай, ага. Кать, ты понимаешь? Господи, тут еще один стоит, да они страшные, как... Ну почему они так стоят по всему городу? Да потому что это мумии, только это пустыня, значит это не обычный Алупинск тогда получается. Так, да, Алупка! Алупка, не Алупинск, а Алупка. Так, пошли дальше. Слушай, а можно, чтобы разрядить обстановку, я тебе историю из детства расскажу, а? Нет, это на ближайшие 5 минут, когда ты начинаешь рассказывать какие-то истории, ты потом не затыкаешься, не надо, пожалуйста. Короче, в детстве я верблюдов называла габ-габга. Я не знаю, с чем это было связано, но мне мама даже записывала на кассеты. И есть подтверждение тому, что я... Мама говорит, как верблюд будет это? Как ты верблюда называешь? Я говорю, габ-габга. Габ-габга! Ага. Габ-габга. А ты ничего не поняла, когда я тебе сказал то, что историю рассказывать не надо, да? Да ты никогда не хочешь мою историю слушать, тебя лучше вообще не спрашивать ни о чем. Так, что у нас здесь? Золото! Так я тебе говорю, то, что здесь у них что-то дофига золота. У меня в инвентаре уже, Катя. У меня 62 золота. Это стак почти. Так, а почему у меня 9 слитков всего лишь? Чуть как-то вот говорю, несправедливо всегда. Слушай, а я вот что-то как-то думал последний раз, когда я был в Алупинске, вот этот последний раз, я не помню, это тоже вроде 2004 что ли год был, или какой-то вот такой, последний раз, да, когда Алупинска я... Не да, существует, Алупинск, да, только Алупка, да, существует, когда, да, я господи, тебе говорю. Да, я говорю, не, слушай, когда последний раз я там был в Алупке, когда последний раз я сюда заходил, там вроде не так... Ну куда ты пошел, дуримонда? Ну ты даже взорваться нормально не мог! Так, ладно, о, пошли. О, здравствуйте, мистер Крипер. Он за тобой бежит. Он бежит за тобой. Так, теперь мы с этого момента по домам ходим только вдвоем. Выбирай следующий и пошли туда. Ну, следующий точно должен быть каким-то огромным. А чё вот это вообще растет? Посмотри. Так, мы можем с тобой отправиться или сразу вот в эту башню огромную, или давай сначала зайдем вот сюда. А нет, здесь мы были, значит пройдем его и давай вот сюда зайдем. Давай, запиндюхивайся. А ты в курсе, что у них тут лен растет? Да я говорю, Алупенск это вообще странный какой-то город. Так, да золото, забирай все золото. У них здесь в каждом доме дофигище просто золото. Так, еще золото. А здесь что у нас? Подожди, здесь у нас пусто, пусто, пусто. А ты сюда посмотри, Кать, вот сюда подойди. Че за кибано? И твой любимый вот этот мумия справа от тебя. Господи. Да. Я его даже не замечаю, он сливается с песком, блин, с этим. Вот чё ты стоишь тут, фу, блин. Подожди, я тебе предлагаю вот эту броньку на себя, лупенскую броньку на себя надеть. Я белую. Давай ты белую, а я вот эту. И посмотрим, кто из нас круче смотрится. Так, как там надо побыстренько надевать? Вот так, вот так. Вот так вот. Почти 2 года играю, уже научилась надевать. Как тебе? Ну, ты прям на монашку какую-то похожа, вот эту лупенскую. А я как тебе? Ну, ты такой серенький, невзрачный. Вроде как будто просто какие-то тряпки на себя напялил половые, и все. Так, там остался еще 1-2 дома. Погоди, погоди, подойдем. Погоди. Чё? Давай сюда за мной, в этот дом запиндюхивайся. Я слышу, кошка мяукает где-то. Какая кошка? Мы в пустыне с тобой. Я тебе говорю, кошка мяукает где-то, вот прям слышу. Ну вот она! Я же говорила, вот она, кошка! Еще одна. Я седло нашел! 2 седла есть! Так, мы сейчас и как-то... Я кошку нашла! Такая рыженькая, красивая! Да какая кошка в пустыне? Откуда эти кошки-то? Где? Ну вон они, 2! Вон, побежала наверх! Вон там! Вон она! Жопа видно было! Твою жопу видно, я ничего, ты меня прикалываешься надо мной. Где ты кошек-то здесь в городе-то видишь? Так, иди сюда. А, вот! Вот! Кошка! Ну, пустынная алупинская кошка, что с нее взять? Так, короче, подожди, как их приручить? Я хочу лошадь себе приручить. Чё мне подрыгаться как-то может надо? Вдруг он меня тогда полюбит или нет? Он меня сбрасывает, смотри. Накорми его чем-то, на тебе семена льна, например, я не знаю. Иди сюда, иди сюда. Кис, ну куда ты? Ну, ой, какое-то мяско под него, на мясо, так, на мясо. Ладно. Ой, 2 киски.
Бегай за кисками, я пока еще залутаю вот эти здесь пусто, и там, наверное, тоже пусто, и здесь пусто. Иди сюда. А вот здесь, походу, не пусто. Ты то же самое увидел? Нет, конечно, не. А что ты увидела, у меня такой вопрос? Ну, тут какое-то вот такое здание такое интересное, небольшое. Нет, я ничего не вижу. Не, пошли отсюда. Так это чё, ты чё, ты куда? Да конечно, я вижу, что у меня перед глазами огромная пирамида, чё ты меня спрашиваешь, вижу я её или нет? Конечно. Так чё ж ты меня обманываешь, ты ёпрасы ты? Конечно, я её вижу. Пошли. Ну чё-то, наверное, как-то нет. В Валупинске хорошо, но дома лучше. Валупки, пошли, не ссы, да самое вот это, не бойся. А то, что там две мумии вход охраняют, тебя совершенно это не смущает, да? Ну, во-первых, как бы уже день, я не особо боюсь. Да и к тому же они же, блин, они не живые. Ну так я тебе с самого начала это говорил, то, что они не живые. Хоть ты бей, хоть ты прыгай у них на башке, они никак не реагируют. Так. Это просто, наверное, это для красоты. Для красоты, ладно. Заходи тогда давай первая туда. Только аккуратно, не так... Ну зайди ты внутрь! А чё не получается-то зайти-то у меня? Так потому что ты в проход зайди. А, о, ну в принципе только можно. Аккуратно! Я ж тебе говорю, аккуратно, это же саркофаг, ловушки! Откуда знаешь? Да потом ты что, фильмы не смотрел? То, что в всяких гробницах там ловушки, я игры проходил, господи, заикаться аж начал из-за тебя. Так. Это подожди, мы что, в гробнице, что ли? Я не пойду. Да ёп, да ты аккуратней-то будь эту фигню. Надо перепрыгивать, давай перепрыгивай. А чё ты мне сразу-то не сказал? Я думал, это отель какой-то, тут это, может быть, покушать можем, а? Какой отель? Это пирамида, гроб, перепрыгивай давай! Хорошо. А ёпрыгай ты! Да ты на пробел нажми, давай заново. Пока не научишься, нет, всё, пока не научишься, мы отсюда не уйдем. Погоди, это чё это у нас? Лианы, золото, слушай, в урночках у нас золото. Золото, снова золото. А ты подойди сначала сюда, ты-то золото заметила, но походу, самое ценное, что в этой гробнице, ты не заметила, да? Ну, стол резной, серебряный. Какой стол? Ты вообще в жизни совершенно не смотрела? Фильм про мумию был! Это саркофаг! Это гроб! И там, походу, фараон какой-то внутри. Да быть такого не может. Ну, хотя может, в принципе, почему нет? Это же Алупка. В Алупинске много странностей, и это тоже, кстати. Ты, главное, по сторонам не смотри, Кать, там ничего такого. Да, ну, и что ты делаешь? Так, давай вот без лишних слов. Просто золото собираем, это изумрудики, и уходим. Угу. Мне вот это что-то как-то напоминает, слушай, одну нашу серию Майнкрафт, но когда мы с тобой пиратами становились. Ты помнишь, что там было? Да ну ладно, ну пираты, по крайней мере, до сих пор существуют. Ну а фараоны, ну а мумии, ну они же уже реально несколько тысяч лет спят давным-давно. И спокойной ночи мы вышли, посмотрели и уснули. А здесь... У нас что находится в этом сундуке? Слушай, Кать! Oh. А я, походу, самое ценное, что здесь в этой гробнице нашел. Иди сюда, зайди вот в этот сундук. А ну, подожди. Так. Заберу вот это. Куча стрел. А у меня посох молнии. Погоди, погоди, тут что-то блестящее. Сейчас, подожди, заберу. И что это у меня тут? Ты лук какой-то нашла! Взрывной лук. Пишет. А ну, а если просто попробовать? Ау! Это сейчас что было? Это что там, дождик пошел? Выкинь обратно! Выкинь обратно этот меч, который я... Не стрелу-ка, а меч! Ну ебарас, это что гремит-то? Выкинь мне мой посох, который я случайно сейчас тебя кинул. Дай сюда. Да у меня нет твоего посоха. Так, ты просто представь, какие дорогие вот эти вещи могут быть. Да им 1000 лет, они до сих пор... Пойдем на улицу, я постреляю из лука. В Алупанске все это время здесь были только перепрыгивцы. Да ё, я опять забыла. Выходи на улицу, давай быстро, выходи. Так, я хочу куда-нибудь пострелять уже. Ты изумруды-то все не забрала, которые там были. Я посох... Ой, пердек-то ты аккуратней, ты сейчас и меня кокнешь. Ты же себя кокнешь! И еще по одной! Молнии! Слушай, это что за пушки себе. Мы с тобой нашли такие? Так! Пау!
круто, круто, круто. Ты... жалко, что стрел мало, и закончится, скорее всего, если я так буду играть. Ну так ты не трать, но оно тебе еще пригодится, скорее всего. Все, пошли давай. У меня есть два седла, держи одно тебе, одно мне. Пошли тогда, сейчас пойдем приручим двухгорбатую лошадь. А я тебе говорила, что они живые! Я тебе говорила, нападай на них! Ну тогда бей, давай их так, у меня молнии, а то не хотят! Вы-то стреляй, стреляй, я еще из лука попаду. Давай, молодец, только ты себя, да, кокнула? Так, а вы не вернете мне, пожалуйста, то, что я меч свой выкинул, который это бросает молнии? Ну в жопу. Ай-яй-яй-яй, пробиваемся, и все, я жива, я тут, так, дверь закрываем за собой, и... Так, что ж, перепрыгивать или не начнешь? Так, ты посох мой вот этот нашла на улице, который я выбросил, дай сюда обратно! Держи свою эту молнию, уже засунь ее куда-нибудь себе, все! Не буду я себе никуда засунуть. Так, пока они там дверь ломают, я тебе предлагаю... Да давай мы просто отсюда свалим с другой стороны, вот, прокопаем себе здесь! Давай, быстрее! Вот сюда! Так, надо прятаться, надо срочно спрятаться куда-то. Надо валить отсюда из-за Лупанска, вот этого, или как он, Лупанск, не знаю, как он называется. Иди сюда. Алупка. Алупка он называется. Так, мы здесь в башне. О, да, в башне мы не были еще, так погнали туда. Давай, заходи в башню, смотри, все ли там хорошо, я тебя прикрою прямо сейчас, чтобы они сейчас не заметили, что мы с тобой сюда отправились. Все там нормально? Тут более чем нормально, слушай. Я могу заходить? Нет, подожди, мне тут кое-что нужно сделать, пока нельзя заходить. Подожди. Что? Туалет там нашла, срочные дела появились, чё? Да нет, подожди, я, кажется, тут это, шмотки новые нашла себе. Да? Смотри. Иди тоже туда, там для тебя тоже вещи есть. Заходи давай быстрей. Катя? Ты даже на себя не похожа, у тебя волосы черные стали! Да это парик, давай быстрее тоже заходи! Ладно, отвернись, то сейчас труханы спалю свои! Это подтягиваем панталоны, стягиваем, это надеваем, это подтягиваем, это слишком большое, не влазит, носки... Нет! У тебя там большой не влазит! Нет, да, я говорю, слишком большой не влазит, растолстел в последнее время, так... А как я выгляжу? Заходи, смотри! Это чё? Да ты хоть постыдись, мы ж в Алупке, а? Ну спрячь! Да чё мне спрятать-то? Да я вылитый фараон, а ты моя фараонесса! Или кто ты там вообще, не важно! Я Клеопатра! Слушай, так когда, может, мы вот сейчас... Да иди ты отсюда, Клеопатра! Может, когда мы сейчас преобразились вот в этих фараонов, Клеопатра, может, нас тогда вот эти мумиё трогать не будут даже? Слушай, они реально могут нас принять за своих. Ну все это отличный план. Погнали к ним, познакомимся. Ну что, пойдем уже попонтуемся перед ними, а? Я скажу, что я их царица, может, они там мои там просьбы будут выполнять, там, они же типа рабы и все такое. А? Они мумии, а не рабы, это в первую очередь, во вторую очередь, ты думаешь, какая им разница, в чем мы вообще одеты? В эти лохмотья или в те лохмотья, которые мы были до этого? Да нифига да не... Пошли вместе, иди, смотри. Иди так, давай, иди, может, это сработает, давай. Да разольется Нил по вашим землям. Да разрастется виноград, там вино сделайте мне какое-то вкусное. Оливки будете выращивать, потому что теперь я ваша новая повелительница. Гоните мне свое все золото. Да. Какие оливки и какой виноград? Ну, вы там растет у них, я знаю, что занимаются этим делом. Они, походу, слушаются меня. Ну, я не знаю, слушаются, не слушаются. Ой-ой. Так... По верблюдам мы валим отсюда! Так это они не тебя слушаются, это фараон проснулся! Это, извините, что разбудили, пожалуйста, спокойно ночи, идите, дальше! По верблюдам! Давай, сваливаем, давай! Да ты будешь ехать в отражение, оно не работает! Непослушные двухгорбатые лошади эти! Валим!
Да не в меня стреляй с этого лука своего и не в себя стреляй! Ой, ложечка около! Ловите молнию в затылок! Нифига себе ты можешь! А у меня стрелы кончились! На тебе! Какой я до сердечка валим отсюда! О, господи, эти фараоны египетские! Я тебе говорил, в эту пустыню, в эту сокровищницу заходить не надо! Зачем лошадь бьешь, не надо? А что она нас не катает? Да прибудет с вами египетская сила! На! Еще остались стрелы, чтобы биться с вами! И все. Египетская сила!